Привет, меня зовут Алик. Сегодня мы будем делать спиннер. А спиннер мы будем делать из желатина, шоколада, детской глины, ну и гипса. У нас тут есть несколько формочек. Даник, какой спиннер ты бы хотел сделать первым? Изначально мы сделаем желейный спиннер. Ура! Мы возьмем желатин, насыпем желатин в чашку. Нальем в него немного водички. И дадим ему немного настояться. Теперь желатин нужно растопить. Сейчас Даник добавит немного красителя. Какой красивый цвет получился, да? Да. Теперь все это надо вылить в формочку. Ох ты, как красиво! Следующий спиннер сделан из шоколада. Даник, из какого шоколада? Черного, белого или черно-белого? Черно-белого. Сделаем спиннер-зебру? Да. Возьмем белый шоколад. И черный шоколад. Вау! Растоплим в микроволновке. Шоколад готов. А теперь Дани, как ему нравится, заполнит формочку от спиннера шоколадом. А теперь нужно это заморозить. Да. Пусть остынет в холодильнике. Что у нас дальше? У нас есть глина. И еще формочка. О! О, там посыпалось что-то. Браво. Вот она такая, это глина. Но это не глина, это скорее детский пластилин. Хоть они там и написали клей. Но это как детский пластилин, который застывает, засыхает со временем. Даник сейчас положит этот пластилин в формочку. Давай. Ух ты! Красота! Улыбочку! Ой, а тут как красиво. А в этом пластилиновом спиннере нам нужно проделать дырочку из киндеровского яйца вот такой вот самодельной вырезалкой. Вот так вырезаем. Вот серединка вышла. И сюда можно сразу вставить подшипник и дать ему засохнуть. А теперь нам нужно сделать из гипса? Да. Для этого нам понадобится гипс. Вот такая формочка. Держи. Даем Данику тарелочку и ложечку. Теперь Даник ровно две ложечки насыпет в тарелку этого гипса белого. Так. Ну, клади еще. И вторая. Теперь это дело нужно размешать с водой. Даник добавляет немножко водички. А сейчас все это нужно размешать. Вау. И получается вот такая кашица. Кашица? Давай, добавляй эту кашицу в формочку. И у нас получится спиннер из гипса, представляешь? Каменный спиннер. У кого-то есть гипсовый спиннер?
Даник по формочке размазывает гипс, как творожок. Вот такая вот красота у нас получилась. Теперь нужно дать этому гипсу застыть. Что ты делаешь, Даник? А теперь нужно аккуратненько проделать ту дырочку. А то гипс застынет, и у нас потом ничего не получится. Тин-дирин-дирин-дирин-дирин. Ова. Вот так мы поставим. Вот так. Оно застынет, а мы вытащим потом. Я не знаю, где вот гипс. Можно принести в школу. Даня, ты хочешь гипсовый спиннер в школу принести? А ты знаешь, что он разбиться может? Не важно. Ну вот, прошло некоторое время, и наши заготовки на спиннеры готовы. Посмотрим, что у нас получилось. Это наши желатиновые спиннеры. Они реально усохлись. Это вообще выглядит как дефективный какой-то спиннер. Дань, посмотри. У него одна сторона длиннее, а две другие короче. Смотри. Дай. Теперь вытащим вот этот. Нет! Он откусил кусок спиннера! Нет! Вообще нет равновесия. Что за спиннер такой? Достаем вторую желейку. Она очень легко достается. Вот она какая красивая с одной стороны. Но она реально усохла. Вот здесь вот прям аж как я не знаю, как камень уже. Вот эти края тут. Ну что, попробуем сделать дырочку в этом спиннере. Поставить туда подшипник и покрутить? Да. Ну что, попробуем сделать в нем дырочку? Да. Ух ты, какая красота! Теперь поставим сюда подшипник. Даник сейчас съест кружочек. По-моему, в этот я сахар вообще не добавляла. Вставляем сюда подшипник. Тирин-тирин-тирин. Нет. Это ничего. Красота, конечно. Закрываем. А ну-ка. О, Даник! Посмотри-ка, он крутится. Там дырка увеличивается. Давай поменяемся. Держи. Ну как? Нет! Нет! Ну что там у нас дальше по плану? Шоколадный спиннер? Да. Вот этот спиннер, который Даник сделал в прошлый раз. Мы также его вытащим и сделаем в нем дырочку. Вытаскиваем его вот так. И снова делаем дырочку нашим излюбленным способом. Получится у нас в шоколаде сделать? Нет? Ну, придется ножом, наверное, делать, да? Нет, кушать! Я попыталась сделать дырочку в спиннере. Ну, сделали мы дырочку, шоколад растаял. Это все из-за белого шоколада. Если бы был только черный, было бы покрасивее немножко. Аккуратненько вставляем подшипник. Так. Oh no. Он поломался. А теперь Даник скажет, хотя бы вкусный он или нет получился. Ну как? Правда вкусняшка? Вкусно! К счастью, мы успели сделать еще один. Из черного шоколада. Попробуем вставить сюда подшипник. Так. И посмотрим, как он крутится. Да, Даник? Красота. Красота. Игу. Игу. Какой лучше, желейный или шоколадный, Дань? Игу. Ну как, Даник, вкусно? Да. Я буду крутить с укусом. Покусанный, да? Да. Ну, как-то что-то уже не крутится, по-моему, а? Я!
И какие же спиннеры у нас еще остались? Из пластилина и гипса. А вот он наш пластилиновый спиннер. Так, вытащили спиннер. А ну-ка. Кап, кап, кап. Я думаю, вот этот подшипник надо поставить туда. А вот какой красивый пластилиновый спиннер получился. Он твердый, он легкий. Правда, тут ошметки мешают ему крутиться. Но если ошметки убрать, он будет крутиться супер. Держи. Ух ты! Даника, какой спиннер у нас остался-то? Из гипса. Из гипса? И гипс уже засох. Мы его аккуратненько вытащим. Какая красота! А вот он наш гипсовый спиннер. А вот он наш настоящий спиннер. Теперь его можно даже раскрасить, Даник. Ребята, а вам какой спиннер больше понравился? Желейный или шоколадный? А тебе какой спиннер больше всего понравился? Съедобный. Нет, не съедобный. Тебе понравился какой? Съедобный. Съедобный? Да. Тебе понравился больше всего шоколадный? Да. А мне больше всего понравился пластилиновый. Прикольный. Вот чуть-чуть доработать, вообще будет круть. Если вам нравятся эксперименты, смело ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока!